Доброе утро, мы рады, что этот день вы начинаете с телеканала МОРТ. Меня зовут Михаил Карин, это новости дня. Проверка на знания народов России. Оренбуржцам вновь предлагают написать этнографический диктант. Массовая акция пройдет сегодня во всех городах страны. Наша область уже в третий раз примет участие в большом этнографическом диктанте. С каждым годом интерес к всероссийской акции со стороны оренбуржцев возрастает. Если первый раз свои знания проверяли порядка 2000 человек, то уже в прошлом году число участников увеличилось почти вдвое. Организаторы уверены, что смогут побить этот рекорд уже сегодня. Диктант будет проходить, как обычный урок, 45 минут. В нем 30 вопросов, из которых 10 – это вопросы, касающиеся только Оренбуржья. Поэтому вот есть такая особенность проведения этого диктанта. И, конечно, нам бы хотелось, вот, проверив результаты этого диктанта, понять, насколько участники данного мероприятия знают хорошо свой регион, в котором проживают. Диктант пройдет почти во всех регионах области. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста. Предварительной регистрации не требуется. Единственная просьба организаторов на время контрольной – отказаться от телефона и не списывать. Этнографический диктант стартует в одно время во всех регионах страны. В 10 часов утра по Москве участники сядут за парты и проверят свои знания. Сегодня же работы отправят в федеральный центр. Результаты будут объявлены в начале декабря. Старые аварийные дома и после своего расселения продолжают оставаться источником повышенной опасности. На сегодня в областном центре таких ветхих строений насчитывается порядка 270. Многие из них должны были разобрать еще в 2017 году, однако они по-прежнему остаются на своих местах. Ситуация заинтересовалась прокуратура города. Тему продолжит Татьяна Кирзина. Сотни строений по всему Оренбургу. Все они ждут своей очереди на снос. Старые дома дореволюционных построек располагаются рядом с жилыми помещениями. Иногда они практически делят одну стену. Оренбуржцы бьют тревогу. Такое соседство может быть опасно для жизни. Этот дом по переулку Трофимовский кажется самым гостеприимным. Здесь и окна, и двери нараспашку. Вернее, их вовсе нет. Предусмотрительные хозяева забрали с собой все, что может пригодиться в хозяйстве. Оставили вот только часть этого дивана, который уже облюбовали лица без определенного места жительства. Тимур Махмуджаев вместе с соседями уже почти 2 года ждут, когда обещание снести расселенный дом администрация исполнит. Однако подвижек нет никаких. По словам местных жителей, представители администрации, строительная техника к ним в переулок не заглядывает. Все чаще здесь появляются пожарные. Постоянно поджигают. Мы пожарных вызывали несколько раз. Поэтому, ну не знаю, страшно. То есть с детьми тоже. И, ну сами бегали, тушили там. Несколько раз бомжей выгоняли. Этот дом – один из списка, по которому прокуратура города отправила иск в суд. В ведомстве говорят, что из всего числа ветхих строений, а их порядка 270 по Оренбургу, 20 являются наиболее опасными. В кратчайшие сроки они должны исчезнуть. Полностью переселены, полностью дома находятся сейчас в муниципальной собственности. Также участки под этими домами в муниципальной собственности. То есть юридически они чистые, поэтому их можно сносить. Срок в программе был по основной массе этих домов – это конец 2017 года. По двум домам это срок второй квартал 2016 еще года был. То есть в настоящее время данные дома не снесены, поэтому мы отреагировали исковым заявлением. В иске обозначена конкретная дата. До 31 марта все дома, вошедшие в список, должны быть снесены. В свою очередь, в администрации города уверяют, по всем строениям сейчас ведутся работы. Мы сейчас с вами как раз находимся на одном из объектов, который указан в этом перечне, дачная 28. Вот он у нас в работе. Иск подан о том, чтобы администрация города осуществила мероприятие по сносу. Все дома, которые есть в перечне, которые мне предоставили сегодня, я не знаю, что будет в иске, который перечень предоставлен с прокуратуры, они отработаны и находятся в работе. Одни в разной стадии, то есть часть из них уже отыграны контракты, часть сейчас на торгово-закупочных процедурах. Всего на сегодня полностью снесено 75 домов. Еще по 37 аварийным зданиям ведутся работы. До конца года они также будут ликвидированы. Уже сейчас утверждается бюджет на 2019 год. По словам чиновников, на снос будет выделено не меньше, чем в этом году, порядка 16 миллионов рублей. Что касается возможности ограничить доступ к таким домам, поставить забор или забить окна, в УЖКХ не считают это целесообразным. По их мнению, металлические ограждения могут только спровоцировать противоправные действия. Татьяна Кирзина, Семен Воробьев. Новости дня. Сотрудники птицефабрики «Родина» вышли на очередную забастовку. Причина возмущения работников – невыплата заработной платы. Уже третий месяц, по словам людей, они не могут получить собственные деньги.
О проблемах работники птицефабрики начали говорить давно. Это уже вторая длительная забастовка в этом году. Первая была в августе и длилась почти неделю. Тогда им обещали выплатить зарплату, но ситуация к лучшему не поменялась. Отдали только часть средств за июль. Сотрудники уверяют, сейчас им должны деньги за август и сентябрь. Чуть больше 100 человек до сих пор продолжают работать на птицефабрике. Люди выполняют не только свои прямые обязанности, но и, например, сами охраняют территорию. Почти все, кто остался, участники второй забастовки. Она началась 31 октября. О ее проведении люди предупреждали заранее. На сегодня, по словам работников, им выплатили по 1500–2000 рублей. Никого нету здесь. Ни хозяина, никого у нас нет. Птицу не кормится, но в принципе ничего не делается, не работает. Все стоит. Производство стоит. Даже это никого не трогает. Ну, позавчера нам привезли денежку, но не всю. И пообещали, что вечером еще привезут. Вчера. Но нету больше. Люди стоят. Уже подумывают о голодовке, что ли, может, услышат. Я бы хотела здесь остаться жить. Поселок у нас неплохой. А если заглохнет вот эта фабрика, работать негде будет. Придется закроется школа, садик, все это. Ну, умрет деревня. Сотрудники сообщают, что сейчас руководство продает несушек живым весом. По некоторым источникам фабрика фактически прекращает свою деятельность. Напомним, что родина уже не первый год сталкивается с экономическими проблемами. С 2016 года она находится на контроле Министерства сельского хозяйства региона. Поголовье птицы составляло порядка 175 тысяч. Наладить межрегиональное сотрудничество. В Оренбург накануне прибыла делегация из Санкт-Петербурга. В ее составе члены исполнительной власти северной столицы, предприниматели, представители творческих профессий. Встречи проходят в рамках дней Санкт-Петербурга в Оренбурге и продлятся еще один день. Наталья Мороз подробнее. Торгово-экономическая миссия делегатов начинается с культурной программы. Первое место – выставочный комплекс «Салют Победа». Здесь участники встречи возлагают цветы к вечному огню в знак памяти всем воинам. Алексей Гузанов, хранитель музея-заповедника «Павловск», признается, с нашим регионом связана история. Именно в Павловском музее хранится старинная шаль, подаренная императрице Александре Федоровне на бракосочетание оренбургскими казачками. Под впечатлением гостей от уникального музея под открытым небом. Мы все обязаны хранить память об этих героических, страшном времени в истории нашей Родины. Это Великая Отечественная война, и поэтому такой парк должен быть, наверное, в каждом городе. Деловая программа делегации северной столицы продолжается. На совещание в здании правительства области собираются представители органов исполнительной власти и бизнес-сообщества. Именно здесь пройдет презентация торгово-экономического потенциала двух городов. В небольшом зале предприниматели и бизнесмены изучают инвестиционную привлекательность регионов. Оренбуржье готовы предложить зерно, молочную продукцию, соль. В свою очередь, северная столица успешно реализует на территории региона муку, чай, рыбу, текстиль. В 2016-м межрегиональный товарооборот составил почти 2,5 миллиарда рублей. Делегаты отмечают, у Оренбуржья большой экономический потенциал. Приграничное положение территории может лишь сыграть на руку тем, кто готов вкладывать деньги в производство и оборудование. Я думаю, огромен потенциал взаимовыгодного сотрудничества между нашими регионами. Его необходимо реализовать в полной мере. Есть к чему стремиться, есть куда идти. Торгово-экономическая миссия между Санкт-Петербургом и Оренбуржьем организована в этом году. В мае на Международном экономическом форуме в северной столице было подписано соглашение о сотрудничестве двух регионов. Совместные контракты не заставят себя долго ждать, уверены в профильном министерстве. Посещение предприятий промышленного комплекса и сельхозпереработки также намечено в планах. Непосредственно показать, как мы организуем производство. Коллеги поделятся своим опытом. Я думаю, это будут новые контакты, расширение наших связей. Первыми приглашениями о сотрудничестве стороны обмениваются прямо на совещании. Северная столица приглашает оренбургских бизнесменов поучаствовать в традиционной рождественской ярмарке. Стартует она в середине декабря. На целый месяц Санкт-Петербург станет международным культурным центром и будет принимать гостей со всего мира. В свою очередь, оренбургская сторона приглашает коллег поучаствовать в масштабном экономическом форуме «Оренбуржье сердце Евразии», старт которого намечен на 5 декабря. В регион приедут порядка 3000 гостей из разных стран мира. Наталья Мороз, Владислав Горбунов. Новости дня. Сегодня завершается 4-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Напомним, он стартовал в Оренбурге 29 октября. В нем приняли участие около 350 человек.
Торжественное закрытие пройдет во Дворце культуры и спорта «Газовик». Программа начнется с награждения. Также участников ждет встреча с экспертами и победителями национальных и международных чемпионатов WorldSkills. Имена лучших прозвучат по 40 компетенциям. Кирпичная кладка и технология моды, туризм и ремонт автомобилей. Геодезия и дошкольное воспитание. Число представленных профессий увеличивается с каждым годом. В этот раз к WorldSkills впервые присоединились медики, а также профессионалы 50+. В нашей стране Оренбуржье занимает 14 место, а уже следующим летом ведущие мастера из других 70 стран соберутся в России. Право провести юбилейный 45-й WorldSkills получила Казань. Те, кто уже сделал свой правильный выбор, сразятся за звание лучшего в мире. Реклама на телеканале УРТ, она будет короткой, после нее мы продолжим. Спасибо, что остаетесь с нами. Продолжаем выпуск. Задать вопросы следователю сегодня смогут жители поселка Светлый. Там состоится личный прием граждан. Проконсультировать жителей и выслушать жалобы готов зам руководителя следственного управления подполковник юстиции Андрей Киселев. Прием продлится ровно час. Начало в 13:30. При себе необходимо иметь паспорт. Предварительная запись не требуется. И к другим темам. В воде по колено. В редакцию нашего телеканала обратились жители областного центра. Во дворе их дома по улице Карпова после дождей разлилась огромная лужа. Вода наступает каждую осень и весну. Она становится препятствием не только для водителей. Местные жители опасаются за конструкции жилого здания. Почему коммунальщики игнорируют проблему и в чем виноват застройщик? Моя коллега Диляра Абусева разбиралась в проблеме. Медленно и осторожно, главное не застрять. Это огромная лужа, настоящее препятствие для водителей и жильцов дома номер 3 по улице Карповая. Дмитрий Стебнев на своем седане застревал здесь не один раз. Вода попадала даже в салон. Испортился бампер и поцарапалось днище автомобиля. Рассказывает, чтобы вытащить машину, приходилось прибегать к посторонней помощи. Эта лужа на самом деле по колено. Она сейчас уже вот, ну, несколько дней, не было осадков никаких, и поэтому она частично куда-то ушла, частично вымерзла, частично ее по улице Карпова просто растащили колесами. А так она заходила на тротуар, заходила на газон, эта лужа, и она как бы крайне препятствует как и подъезду к дому, так и проходу пешеходам. Сейчас уровень воды на этом участке 20-25 сантиметров. Эта лужа приносит не только трудности водителям, но и несет опасность для этого дома. Вода, которая проникает в подвалы, может разрушить фундамент. Здесь вода наступает каждую осень и весну, рассказывают жители. Но раньше ее было меньше. Помогал водоотток. Две недели назад его ликвидировали строители нового жилого объекта. Начало строительства этого здания поставили бульдозер, все заровняли. И после этого, в принципе, вот это образовался такой большой объем воды. Просто запрудили воду и все. Люди уже не один раз обращались в управляющую компанию. Однако там уверяют, самостоятельно решить проблему они не в силах. Мы обращались пока только в администрацию Южного округа, потому что именно через них можем как-то повлиять на застройщика, чтобы они обратили внимание, что проблемы существуют, жители жалуются. И на самом деле вот эта ливневка, она была заложена в проект. И тот дом, новостройка, который сейчас строится, должны обратить на это внимание и также организовать уход воды. В свою очередь, в администрации Южного округа ссылается на застройщиков. В телефонном разговоре нам объяснили, они арендуют землю. И в данный момент именно строительная компания несет ответственность за прилегающую территорию. От официального же комментария фирма отказалась. Когда городские власти разберутся в проблеме, расскажем в ближайших выпусках. Диляра Абусева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. В завершении выпуска к новостям спорта. Всех любителей хоккея сегодня ждет очередной матч хоккейного клуба «Сарматы». В Ледовом дворце «Звездный» наша команда примет «Спутник» из Альметьевска. Напомним, после 21 сыгранной встречи «Спутник» набрал 21 очко. Пока что команда расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы. «Сарматы» же чуть уступают соперникам. 19 матчей и 17 очков. И после разгромной победы над «Реактором» из Нижнекамска находится на 13-м месте в конференции «Восток». Очень скоро мы продолжим знакомить вас с событиями города и области. В студии был Михаил Карин. Хорошего дня! С
21 ноября в СКК Оренбуржье Новотошская ярмарка представит новую коллекцию шуб из мутона, нутрия, каракуля и норки. Особенно богата коллекция шуб из российской и аукционной норки под собственным брендом «Зимос». Размеры от 42 до 60. На Новотошской ярмарке сейчас самый большой выбор шуб в городе. Особенно богатый выбор норковых шуб «Зимос». Для производства шуб «Зимос» используется отборное норковое сырье российских зверохозяйств, а также норка, выращенная в собственном зверохозяйстве в Тверской области. Норковые шубы «Зимос» не уступают в качестве и дизайне лучшим европейским образцам, но продаются по выгодным ценам от 125 до 290 тысяч рублей. На каждой шубе зеленый чип – знак российского производителя. На шубы «Зимос» действует специальная гарантия 2 года. Покупайте в кредит или рассрочку. За шубы на Новотошскую ярмарку в Оренбург, в СКК Оренбуржье с 1 по 5 ноября включительно.